Изменяли ли вы когда-нибудь своему партнеру, возможно, не текущему? Но, слушайте, это какая-то просто провокация. Я так считаю. Ну, конечно, да. Почему, конечно, да? Вы считаете, что моногамия это вообще не вариант современного общества? Я не считаю, что как бы тут написано, возможно, не текущим. Так. Ну, я отвечаю. Ага. Конечно, да. Да. Хорошо. Все, анафеме меня предали. Так. Ну, собственно, теперь мне осталось только подарить вам эту книжку, которая называется «24 кадра правды про кино». То есть это по теме. И пожелать успеха сегодняшнему прокату, да, как называется? Да, потому что премьера уже была вчера. Прокату фильма вычислить. Пожалуйста, ходите в кино. На самом деле, я один что хотел сказать, что мы, правда, с душой снимали это кино, с каким-то азартом. И, боже, вас упаси, вот это читать, вот это вот словосочетание «русская фантастика». Давайте чуть с большим уважением к себе относиться. Я уверен, нам тоже все будет относиться. Я с душой с вами побеседовал. Спасибо. Пока, спасибо. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».